Уважаемые дамы и господа, завораживающий вид на водяную рябь, осенний вид плотины, находящейся в селе Андреевское Александровского района Владимирской области, 115 километров от МКАД по Ярославскому шоссе, ближе километров 125 по Щелковскому. Вот там у нас село Андреевское. Не зря говорят, вечно смотреть можно на воду и на огонь. Вот эта вот рябь прямо завораживает. Темная. Хочется посидеть, подумать о вечном. Но расслабляться некогда, нужно двигаться дальше.